Всем привет, я доктор Евгений. Как снизить холестерин в крови? А нужно ли его снижать вообще? Вообще, что такое холестерин? В первую очередь, это стройматериал. Из него состоят наши нервные волокна. Это является субстратом для наших с вами гормонов. Эстроген, тестостерон и в том числе и кортизол. И в основном он в запасах очень много в теле содержится. Печенью синтезируется в первую очередь. Извне поступает лишь маленькая часть холестерина, поэтому с едой вы его не перенакопите. Холестерин в крови образуется ровно тогда, когда нужно справляться со стрессом в первую очередь. Поэтому понизьте стресс, понизьте кортизол. Вот ссылочка. Подышите, помедитируйте. Стресс угасится, угасится и ваш холестерин. Пользуйтесь!